Внимание, комментарий главного тренера КРСФ Миодрага Божевича. Ну что сказать, обидно, когда так проигрывает. Думаю, что по игре мы не заслужили это поражение. Да, Локомотива, может быть, в первом тайме была инициатива чуть-чуть больше, чем у нас. Они больше контролировали мяч, но каких-то очень острых моментов не создавали. В втором тайме у нас было 2-3 очень хорошие моменты. Там Гильерми выручил 2 раза. Сравняли счет и подумали, да может быть что-то больше можем сделать, но, к сожалению, пропустили в одной контратаке на самом конце дополнительного времени. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сегодня мы увидели такое новое явление, как желтая карточка тренеру. Есть ли у вас в связи с этим вопрос к судейству? Вы апеллировали к арбитру, согласны ли с его решением? А какая разница, если я доволен со судейским решением или недоволен, просто получил заслуженно. Миодрак, вопрос такой. В очередной раз крылья не очень хорошо выглядят именно в первом тайме. Почему так? Не удается вкатиться в игру? Ну, я думаю, просто думаю, что противник начинает очень агрессивно, начинает с владения мяча. И как сегодня Локомотива, когда забила в втором тайме, они нам специально дали простор, они хотели поймать нас на контратаку. И на концу и успели там на 94-й минуте. Миодрак, природа вот ошибок в обороне, из которых крылья пропустили, она вот в отсутствии сыгранности, что все-таки защита в таком сочетании первый матч играла или в чем-то другом? Ошибки всегда бывают, но если посмотрите первый гол, мы получили очень простой там подача с фланга, только один игрок штрафной и забивает. Просто там разобрались, и можно сказать, что очень-очень обидный гол, потому что он не был с какой-то хорошей передачей или, давай скажем, там какие хорошие обводки, просто человек подавал. А второй — это какая-то неудачная, просто не могу объяснить сам. Еще вот вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня Соболев опять забил. На днях вы высказались так, что он не должен здесь играть. Или, может быть, мы вас не так поняли. Можно рассказать? Ну, я могу, знаете как, думаю, для любого тренера и для любого человека это вообще очень хорошо, когда игроки, которые тренируются, понимают уровень свой и когда они истребованы. Значит, я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра, но в один день, когда для него будет требование, я надеюсь, что он сделает такую свою карьеру, что здесь даже очередь будет за Соболева. Так что не сказал я, что он не должен играть в Кирилл Советах, это как бы я это мог сказать. Я сам тренер. Спасибо вам. Здравствуйте. Миодрак, вот сегодня многие говорили в кулуарах, будто вы попали в опалу губернатора Дмитрия Ильича Азарова. Так ли это? Если да, то за что, на ваш взгляд? И как вы планируете исправить эту ситуацию? Спасибо. А извините, какая газета вы? Сиверкин Алексей, блог «Говорит» показывает Сиверкин. Спасибо. Ну, знаете как, я не могу спорить с губернатором через прессу. Значит, он, человек меня трудоустроил, он делает все угодно для этой команды, и он может сказать свое мнение. Он сказал, а что я сейчас должен... Ну, а вы довольны своей работой вот за этот год? Ну, знаете как, сказать, что доволен, не могу. Но, могу сказать, что работаю лучше, что могу. Спасибо. 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 Спасибо.